С Нави и СК у нас в зале просто с ума сошел, по-моему, Вилат. Да черт возьми, сделайте его потише, пожалуйста, я его так хорошо слышу. Ну ладно, танки танками, у нас своя сейчас история. Пистолетный раунд, НАТО, Свинцер, СК, вторая карта. Нави легко выигрывает Даст, и теперь начинают за атаку на трейне. Эдвардсу с пом дропнутым. Но я чувствую, здесь подборка гранат. Да, вижу дымы, есть у Зеса, я думаю, плюс гранаты. Это как минимум один со всем набором. Такой же набор у Сени, я смотрю. Стариксу пробили голову, 22 хилса, пробили голову Маркелову. Эдвард с армором, я уверен, идет на таран, получил, сбивает плент, точнее, скидывает обратно. Сеня минус, мы в большинстве, Зевс обходит спину. Зевс обходит спину, вот таймер, минус Сеня, Зевс уже в десятке. 3 в 3, он единственный небитый из игроков НАТО, Свинцер минус 1, и Робан быстро разменял, это провал. 2 в 2, наши красные, но жив Эдвард. Вот это да. Ставится бомба, уже хорошо, сразу ставится хедшот, и знают, что у Старик за собакой. Ну тут без шансов, конечно, 4 хп, минус 1-0 за СК. Ну как бы не страшно, сейчас попытаются сплитбай сделать Нави, есть по одному фрагу у Эдварда, Сени и Зевса. Поэтому сейчас посмотрим, что здесь будет происходить. Да, друзья, заходите, и дримхак идет. Я все пытаюсь... То есть на арене вот еще повесить анонс. Ну, что-то он не собирается. По-моему, копироваться у меня так. Ну, беда. Что ты будешь делать? А, доезжишь. Наконец-то. Ладно, посмотрим. Нет, Нави играют полные глоки. Это арк выход на Б на фейсы. Ну, я думаю, по крайней мере, сейчас разберется. Разберется здесь фейс. Не должен он подвести сейчас. Своих парней. Минус от Долпана. Так, все, еще раз вешу на арену. Фейс гитрайт, Долпан есть, минус, и все хорошо, 2-0. Да, есть АКМы. Нави сейчас сделают закупку. Причем закупка нормальная, там три полных пакета гранат 100%. Опять же, армор АКМы есть. Зевс мидл, Эдвард мидл, двое зелень, Маркелов вверх-вниз. Как бы смотрим, не знаю за кем, за Мариком смотрим. Зевса минуснули уже, Форест. Марик раскидал, загдымил, 10. Такие старые олдскульные раунды на самом деле, но они очень эффективны. Когда закрывают дымом десятку, пятую, шестую линию, подходят под плент, в это время выходит мидл. Еще и зелень накаляет. Вроде бы все старо, как я даже не знаю что, но... На самом деле, должно было быть получиться эффективно, но не сейчас. Старикс один, 33 хп против двоих, и знают, где он находится. Сейчас его выкурит отсюда, вот уже идет Форест за ним. Да, трейн, конечно, будет потяжелее играться, чем даст. Трейн не даст, однозначно. 3-0 за СК, видимо, Нави сыграют еще один эко-раунд в данный момент. Ну что, у Нави глоки. Ребята, у Нави глоки. О, тут, кстати, чат есть. Ого, прикол. Вот это прикол. Чат на Джастине. Ну, нормально. Минус 3. Зевс, Эдвард последние с глоками сливаются. Зевса убили, Эдвард вот один остается. Ну, 4-0, не страшно. Нави нужно 4 где-то. 4-5. Где-то 4-5 раундов вытащить. И все будет... Четко у парней. Так, что-то у меня плеер никак не вставляется, да ё-моё. Где плеер? Плеер мне запили. Создать вставку. Черт возьми. Какая вставка? Код вставки. Ой, ё-моё. Ребята, у меня здесь код вставки, вы не поверите. Все, а ну-ка... Проверю еще раз. Не, ну чат меня вообще разрывает просто.
на части. Ладно, разберемся. Пытаются прошить туннели, вроде бы знают, есть какая-то инфа у ВСК, что сейчас Нави играют в туннелях. Я не знаю. Дефолт, конечно, там, может быть, услышали, что так четко пытались прошить. Нашили Зевса. Да, у меня тут вообще, вы слышите, что происходит? У-у-у! Ну что, уже занимают перемычку. Фейс и Дулпан вдвоем. Что, Марик заберет еще парочку? Давайте посмотрим. Маркелов, да, он отстреливает линии хорошо. Еще нужно идти. Агрессивно играет Маркелов. Так и нужно. Еще трое. Хорош, Эдвард. Хедшот вверх. Нет, Маркелов не успевает среагировать. Зевс не попадает. Гитрайта красного. Ну, все, Робан 1-2. Робан 1-1. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сеня уверенно играет ситуацию 1-1. 4-1 в пользу СК. Нави берут первый оружейный раунд. Четко. Спрашивает, Тапа подкурил что ли? Нет, я микрофон включил, просто просил немного сделать Влада потише, потому что только что аж стены трусились от колонок варенья, когда он там что-то пытался сказать. Бешеный, бешеный. Так, подсадка на Маркелов. Есть 9. Ну, там никого, к сожалению. Еще немножко посидит Маркелов, пора отсюда сваливать уже, наверное, слишком. Да, засиделся. Там очень агрессивно четвертый вагон нашивают. Кто там такой бешеный вообще с калашом? Кто-то так... В центре Есенин. Ну, он... Дайте, видимо, новый прострел сейчас. Может быть, не то, что новый, но старый, возможно, отсюда трансформатор пытается прострелить. Да, да, вот. Тут напрягают парни. Уже такие дефолтные, на самом деле, стали места, что реально нужно отстреливать. Четвертый, видите, отстреливают. Фейс уходит с Дулпаном далеко. У Дулпана уже есть ВП. Опасно. У Марика также. Вот это очень важно, чтобы забрали Дулпана. Иначе, конечно, он тут настреляет всех на точке. Вот такие люди, конечно, всегда опасны. Так, смотрим построение. Оп, оп, оп. Маркелов минус Фейс. Дулпан ответил. Так, сейчас будет очень битва жесткая снайперов. Ой, как сидит-то хитро. Хорошо закрыли. Просто по таймингу стрельнул. Марик. Марик. Марик тоже ждет. Ждет Дулпана. Вот он на верхней волне. Марик дает инфу. АВП вверх. Он уходит на низ. Есть минус. Нашел Фореста в дымах. Чек. Чек волны ушел. Сверху кольт. Хорошо. За собакой есть Робан. Нужно быть аккуратным Марику. Робан уже близко. Минус от Сени. Минус Робан. Дулпан жив по-прежнему. Гетрайт минус. 3-2. Нави в большинстве. Дулпан красный. Минус Дулпан. В спину Сени. Ой, хорошо. Это был Старик. Остается у нас Гетрайт. 48 хп, он ничего не успевает сделать. Да, ром-пу-пу-пом. Тут уже все запели просто Риану. После того, как я ее поставил. Какая жесть, меня протроллили очень дико. 4-2. Детрайт сейвит девайс. Нави берут второй раунд подряд. Вот теперь смотрим, давайте на контролский респ глянем. Дроп, дроп. Покупают фамасы, надо брать такой. Надо брать. Не, ну вообще все хорошо. Вообще все хорошо. Переламывают пока что Нави ход событий. Вот заняли вплотную, как я и боялся вот таких ситуаций. Да и Нави боятся таких ситуаций. И смотрите, меняют. Нави меняют атаку. Сейчас нет АВП в атаке. Сейчас 5 калашей, 3 зелень подошли. Эдвард играет наверх-вниз. Уже спустился, прочекал. Сейчас прочекает себе 4-й вагон. Вышивает, да, игрока, который вот здесь вот любит заседать, смотреть. Ну, себе продвигает просто. Расчищает путь. Там все равно есть Форест, он вниз не прочекал. 3 зелень пошли, Детрайт с 5-го смотрит. Ну что, Форест.
Забирает Эдварда, как там не старался. Эдвард, ой-ой-ой, Сеня в тупичках, ребята, тут еще и дымы. Слышит кольты, уже занимает позицию. Есть планти Робан в бане Фейс, флеш на баню, минус от Зевса, минус от Фореста. Давит баню Сеня, как так? Какая шара Старикс должен забрать? 2 в 2 ситуация, Сережа, да-да-да, добивает красного Фейса, и Форест остается один наверх-вниз. О, ну хорошо, не выпустит его. Иди сюда, наш сладенький. Это 4-3, надо убивать, надо убивать, надо бить девайс. Бить девайс, бить его. Ну что ж такое, где за пятым Маркелов? Все, Марик минус. Не попал, лол. Марик один на один. Ну, Марик сейчас не будет рисковать. А Форест ушел с девайсом. Да нет же ж. Ушел, гад! Ушел и засейвил АКМ. Ну что такое? Сейчас Эко с одним калашом будет его искать. 4-3. Счет в пользу НАТО Свинсер. Немного статистики. Гитрайт 10 на 3, 50% хедшотов. Собрался, собрался. Ну, в общем-то, все равно нужно быть аккуратными, иначе все пропало. Ну, смотрим. Один калаш сейчас есть у СК на всю команду. Минус от Зевса. Неужели будет быстрый выход? Да, трое вверх-вниз, двое мидл. Уже отстреляли пол команды практически СК. Форест за пятым. Все, знают, Давид, где калаш находится. Отлично забирают. Не попадает игрок шведской команды никуда просто. И что у нас остается? Гетрайт. Тут его найдут. Вот он пытался, да, сбил одного игрока, но... Не дадут ему калаш забрать. А он и не пытается, кстати, его забрать. Он услышал игрока в десятке, услышал Старикса. А что, Старикс, по-моему, ушел? Да, и бросил калаш. Зря. Очень легко просто сыграл Гитрайт, но... Диффузов нет, не пойдет на бомбу. 4-4 на второй карте. Все идет по плану Нави. Ну, вот теперь будет оружейный, и мы посмотрим, куда же поставят Дулпана. Так, Форест дает дроп Дулпану, скинул АВП. Может быть, будет два. Сейчас увидим. И давайте смотреть, что же достанет Дулпан и какое оружие у Фореста. Да, у Дулпана АВП. Играет на пленте. Маркелов, кстати, вот сейчас давайте на его девайс посмотрим. Менял, нет, сейчас с калашом. Будут рисковать Нави. Эдвард уже под Б. Отходит назад, Маркелов прошивает. Ну, часто, видите, прошивают трансформатор против ФСК и уже играют, скорее всего, антитактики. Они ближний угол прошивают, трансформатор, пятый вагон пытаются прошить. С туннелей пытаются четвертый прошивать. То есть все позиции практически вплотную пытаются прострелить и прочекать. Ну, не всегда это получалось по ходу этого матча. Смотрите, Зелень смещается, Старикс и Есенин. Маркелов по-прежнему в центре. Эдвард берет бомбу. Ну, опять сплит на... Опять намечается сплит на... Да, наверх-вниз уходит Эдвард Зевсом. Харьков пойдет на пожарку. Здесь, кстати, Робан их принимает. Вот маленький пиксель. Довольно хитрая позиция. Давайте за ней посмотрим. Форест минус. Сеня, Маркелов вышел мидл. Ну, как бы пока равно. Нет, Форест... Ответил ненадолго. Зевс 2 в 2. Зевс Маркелов против Дулпана и Фейса. Ну, Дулпан опасен. Вот этот человек с АВП, конечно. Вот нужно на него не выходить. И очень как-то аккуратно. Ой, как рискует Зевс. Он идет по четвертой линии. Сейчас десятку. Сейчас развеется дым. Но Зевс, по-моему, нет. Он просто на плент идет. Попадает в него Дулпан. 47 у Зевса. 17 после хаешки. И Марика покоцали. Не прошивает его Дулпан. Маркелов сразу забрал. 1 на 1. 3 секунды. Не успевает ставить Марик. Фейс уходит. 5-4 за СК. Да, парочку секунд не хватило сейчас Маркелову. 10 бы не помешало, я думаю. Но, увы, это раунд за СК. У Нави должны быть деньги сейчас. Есть, да, калаши покупают. Есть АВП. Да, будет сейчас играть через АВП Маркелов. Скорее всего, Б может получиться сейчас. Либо еще раз сплетуют, а Марик наверх-вниз. Ну, смотрим. По-моему, быстрый раунд. По-моему, быстрый раунд. Да, Маркелов уже на пожарке. А тут и Робан, и Форест вплотную. Ой-ой-ой, Нави не прошивали, не проверяли. Минус от Робана, минус от Эдварда. Маркелов выходит, чекает крышу. Там Форест.
Ой, сейчас по голове Марику даст. Нет, тут уже есть тиммейты. Сеню накоцали на зелени. Попадает Маркелов. Это был Гетрайт, по-моему. Да, там 18 остается. Сыграют Форест. Марику откидывают ХАЕ. Гулпан скоро придет. Он уже пришел на точку. За пятой линией. 3 в 3 ситуация. И фейс на пленте. Фейс плент Гетрайт за пятой, кстати. Нет, Гулпан только пришел. Сейчас на точку выходит. Марика может снять. Дымы пленте. Марик не попадает. Хэдшот. 59-53 секунды. Минус от Эдварда. Фейс. Гулпан. Уже нужно смотреть туда на зелень. Потому что здесь убивают. Здесь убивают. Фейс дал фраг. Маркелов пытается отстрелить. Вот они, два игрока защиты. Все на Марика смотрят. А тут бомбу поставил Эдвард и убежал на пятую линию. Фейс пытается его минуснуть. А где же Эдвард? А Эдвард между пятой и четвертой остался. Ой-ой-ой. А Маркелов на пожарке. Марик прикрывает его с зелень. Ой-ой-ой, Марику сейчас могут быть тапочки. ХАЕ по таймингу на плент под Делпана. 14 хп осталось у того. Чекает бомбу. Близко к нему подходит. Диффузит. Диффузит бомбу Делпан. Пригнулся от Маркелова. 6-4. Лол. Такой раунд нужно было брать. Это было бы 5-5. Плюс снова плохая экономика у шведов. Ну, я думаю, Нави еще раз попробуют. Была бомба. Хотя мы пока не видим баев. По-моему, это все-таки эко. Покупали АВП Маркелову. Да-да-да. Ну, смотрим за продолжением. 6-4 за СК Гейминг. Шведы неплохо защищаются. Но Нави как бы неплохо атакуют. Согласитесь со мной. Сейчас, правда, эко 7-4 станет счет матча. Но я думаю, Нави еще 2-3 раунда могут взять. Легко. Ну что, минус вверх, минус вниз, бомба лежит, Сеня один, Сеня... Да, Сеня идет на Б. Ну, как бы, в принципе, он тут вряд ли что-то сможет вытащить. Ну, что поделать. Ну что, Сеня, пойдет или нет? Либо обсуждают. Наверное, обсуждают сейчас Natus Windsor. Что же делать им дальше? Есть минус, наконец-то уже забирают. Отмучился Есенин. Да, ну такое. В общем, смотрим за продолжением игры. Хочется верить в Нави. В этом раунде. Ну что, зелень Сеня. Центр пытались сейчас проверить. Робан с АВП, Делпан с АВП. Защита в 2 авика играет. Ого. Причем А и Б. Ой, как хитро стоит Делпан сейчас. Сейчас по чуть-чуть чекает, нет ли там подсадки. Получает моментальную флеш. Сейчас будет низ контролить. Ну... Ого, какой прострел пытался сделать Делпан. Вроде не попал. Под Б стягиваются силы Нави. Форест наверх-вниз занял вплотную. Посмотрите, вот здесь опасно, конечно. Но Нави не собирается сюда идти. Нави, видимо, будут уже до конца выходить на Б. И Фейс, и Делпан. Ну, смотрите, Делпан и Фейс. Есть верхняя линия, Делпан. Фейс вплотную снизу. Делпан с АВП чекает уже 9. Фейс, собака вплотную, отфлешивает низ. Вверх задымили. И Фейс пошел вырубать в упор. Хорошо ловит. Красиво ловит Старикса сейчас. Минус от Зевса, не менее красивый минус. Робан стянулся. Ой, какой Зевс хороший. Маркелов минус. И 4 в 2. Нави вышли на точку. 4 в 2. Идеально раскидали всех шведов. И теперь должны добить. Минус от Гетрайта. Подождите, раунд не заканчивается. 3 в 2. Бомба стоит. Нави нужно просто ждать и спокойненько принимать здесь Фореста и Гетрайта. Минус от Маркелова, и Марик просто разрывает, находит Гетрайта, правда получает Есенин. Гетрайт не допрыгивает до вагона, потяжелел, подъелся парень. Ну что, все, 1 в 2, не тащит, но Марика заберет, наверное. Марик близко где-то, нет, Эдвард пытался спасти Марика, а Марик ушел.
Ого! А вон он, Марик пробегал. Куда он помчался? Непонятно. Минус от бомбы 7-5. Ну, такое. Да. Ребята, это 7-5. Это 7-5 за Искай. Пятый раунд нашей мечты в атаке для Нави. Ну, как бы, может быть, и еще. Неужели Аркада? Аркада, Эдвард в Аркаду ушел. Зевс раскидывает зелень. Смотрим, Эдвард уже на шестом. Чекает четвертый. Не попадает в него АВП. Он уже под зелень. Ой-ой-ой, как он пробежался. Гитрайт минус Старик. Сеня минус Гитрайт. Зевс минус от Долпана. Форест на пятом. Нави в меньшинстве 2 в 3. Фаст пока не идет. Нужен первый фраг. Маркелова чуть не убили. Да, остановили искать сейчас Нави. Нави убегают просто. Зелень Сеня ушел. 56 хп. Марик красный. Но Марик вышел вверх. Б. И под ним на самом деле сидит Фейс на лысом вагоне. Марик его не чекает. Вот он, если бы сейчас глянул бы. Вот увидел. Только что на его экране был. Вот еще он его раз на его экране. Марик заходит в спину. Фейс его не видит. Ой, как хорошо. Подождем. 50 секунд. Вот они, булки. Так, он еще одного слышит. Ну что такое, Марик? Ну хоть бы одного-то забрал. Ну, ё-моё. Ну, да. Да, бывает. Хотел как лучше, получилось как всегда. Ничего страшного. Марик в следующий раз исправится. Но он наконсол, по крайней мере, дал инфу, где АВП, где игрок был. Сеня. Сеня возвращается на А. Давайте глянем, где Форест. Форест под Б, Дулпан Б, оба Б. Форест десятки сейчас услышит. Слушаем. Мы не слышим. Вот. Нет, Долпан носится на Б. Сеня спокойно где-то тихо бродит. Он уже в пленте. Он уже в пленте, причем с другой стороны. Сейчас будет чекать баню и ставить бомбу. Да, чекает баню. Ставит бомбу. Ой, Форест его сейчас просто уничтожает. Да. Хедшот Есенину, 8-5 за СК. Игра продолжается. Главное, Сеня, что бомбу поставил. Поэтому, наверное, еще один оружейный Нави попытаются откатать. Ну, бывает. Бывает и такое. Так, особо диких... Да, хакер уже у нас там есть, работает. Конечно, особо диких спамеров начинают уничтожать. Еще раз, друзья, всем доброго дня, кто недавно подключился на стрим на Квиче, на стрим Киберарена ТВ DreamHack. Сейчас небольшой лаг будет, ребят, это я стрим проверяю, как он идет. Идет хорошо. Вторая карта, четвертьфинал DreamHack, который проходит в Швеции. Вторая карта. Между Нави и СКА, четвертьфинал. Нави первый 16-6 выиграли DDoS 2. И сейчас проигрывают 5-8, но играют за более слабую сторону. И как бы 3 плюс 2, 3, 3 зелень, 2 центр. Все-таки эко. Все-таки эко будут играть на 9-6. Но в последнее время Нави преследовала проблема пистолетного раунда. Вот действительно, что было, так это то, что вот всегда в тот момент, когда нужно было тащить, что-то с пистолеткой не ладилось. Ну, это либо мне кажется. Но теперь... Можно, наверное, про это забыть. Нужно, чтобы сейчас ребятам красиво тащили, показывали нам красивый Counter-Strike, и все было круто. Тав, привет из Донецка. Привет тебе тоже, дружище. Да, и также сегодня буду читать ваши комментарии, ваши прогнозы и все-все-все на сайте Киберарена ТВ. Вот трансляция DreamHack, а по-прежнему можете оставлять там комментарии. Репортаж DreamHack Winter 2011 называется новость. Ну, в общем, да. Пока я это говорил, вот я просто наблюдал за этим фастом от Na'Vi, который закончился не очень хорошо для украинской команды. Смена сторон, ну как не очень хорошо? Я бы не сказал, что не очень плохо. 5 раундов за атаку, этого может хватить с головой в таком матче. В принципе, наверное, так и случится. Где-то 12-3, может быть, 14-11-4 где-то должны брать Na'Vi. Ну, смотрим. Так, Тав, пивасик будешь? Да, наливай. Вот сейчас я с утра прямо жахну кружечку другую за Нави, и все пойдет. Боже мой, что происходит? Какая паника. Так, ну что, Нави. Нави пока что проигрывают. Нави пока что проигрывают, но я думаю, сейчас все пойдет на исправление во второй половине. Главное пистолеты взять.
Дождемся, ребят, сейчас на сервере. Дождемся того момента, когда у нас пойдет игра. Да, очень важно сейчас Нави наконец-то выиграть. Очень важно наконец-то выиграть. И, знаете, без проблем желательно это сделать. В пистолетном раунде. И можно 2-0 обыгрывать шедов. Ну, в любом случае, если что, у нас есть Мираж, на который также можно зайти сейчас и очень неплохо повеселиться. Нави умеют играть эту карту лучше, чем, я бы сказал, наверное, лучше всех в СНГ, как минимум. Ну, а там посмотрим. Может быть, и лучше, чем СК. Ну, СК единственная, да, которые могут хорошо на Мираже выступить. Есть у них такая хорошая возможность. Но для этого им нужно будет выиграть трейн. Да, друзья, присылайте, я не знаю, своим друзьям, своим бабушкам, своим дедушкам ссылку на стрим. Я думаю, многим непривычно сейчас смотреть не тот плеер. В общем, сейчас посмотрим. Ну что ж, DreamHack, DreamHack. Что можно сказать? Again, поляки находились в Киеве до среды. Рано утром в среду команда после MSI Beat и после еще двух дней тренировок в Киеве вылетела в Швецию. Буквально один день там понаходились и уже начали играть чемпионат. Ну, довольно просто. Так, у нас выход в центр. С успом вылетает Форест. Ой-ой-ой-ой-ой, неужели пистолетка, три зелени, аркада, Эдвард на крыше. Эдвард должен создавать нам мувиков. Парочку Маркелов, хорошо. Эдвард, крыша падает, не долетает немножко. Ну, ничего страшного, он видел игрока под четвертым. Умер Зарикс, Марик, последний фейс. Убить его, просто замочить на зелени. Да есть же Маркелов, просто сказочный персонаж. Минус 3, минус 2 от Старикса. Все хорошо. Ну вот теперь держитесь. Как под Полтавой сейчас будет. Эх, нет, конечно, команда СК очень приятная. Очень приятная по игре, наверное, в первую очередь. По своему составу команда очень хорошая. Чемпионы ЕСВЦ этого года. Чемпионы мира, можно сказать, и по версии ЕСВЦ отбили этот титул у Нави. Ну, крутые перцы, что скажешь. Но Нави сейчас могут взять реванш за все эти обиды. Мы видим все глоки, где-то в центре тусуется атака. Вот где же наш там Гетрайт-то собрался с командой тусоваться? Давайте посмотрим. Трое центр будет выходить, там Селень смотрит зелье. И все нормально, сейчас тут Есенин должен их пострелять. Хотя, ой! Все, вернулись, им говорят, ребята, вы чего, возвращайтесь назад. Сеня чекает, все, глоки уже здесь стреляют на пятой линии. Ой, Сеня хэдшот получает, дилпан, поставил бомбу, лол, все-таки поставили. Вот какие опасные, а где поставили? На Б поставили, все-таки они Б умудрились развести. Ну ладно, 10-7, и сейчас будет бай. Ну что ж, ребят, поехали дальше. Не вопрос, разминирование бомбы КТ получают денежку. Так, все, я молчу. Есть хорошая статья на Википедии про всю экономику по Counter-Strike. На досуге почитайте, там все написано. Просто напишите экономика Counter-Strike, вики добавьте. И там все клево расписано, кому что за что дается. Так, моя подсказка. Аркада Б с девайсами, минус от фейса. Надо быть аккуратным, особенно игроку с ВП Сережа. Старикс, смотрите, тут давят. Зевс пришел на помощь. Старикса запили. Ого, как раздали. Вообще просто не собраться в такой ситуации. На зелени минус 11-7. С первого девайса ВСК берут оружейный раунд. Так, надо собраться. Лол. Надо сливать сейчас Нави. Таф, а какая третья карта? Где же ты был, мужик? Я тут про Мираж рассказывал, про целые легенды. Мираж, третья карта. Опять же говорю, что и Нави, и СК хорошо должны играть эти карты. Ну что ж, Б пытались поджать, ушел Зевс. Аккуратно сейчас все принимают по позициям игроки шведской команды. Вот Сеня на зелень пришел, за ящик сел, может быть, это им поможет. Маркелов вплотную вверх-вниз, Б вплотную.
Ну, смотрим. Сережу минуснули уже. Там и Зевс сейчас может умереть. Ну, давай смотрим. Ну, вот пошел Есенин в аркаду. Его сейчас... Ой, его уже слышали, развернулись двое. Сеня. Сеня, прощай. Марик минус наверх вниз. Подбирает двоих, забирает Маркелов. Так, подождем. Троих забирает Маркелов. Подобрал АКМ уже. Найс. Черт возьми, все. Зевс 1-2. Видел обоих минусы от Фейса. Не получилось. А были чуть-чуть на возле выигранного этого раунда. Так, 2-2 во второй половине. Очень плохо. Нави нужно тащить сейчас все раунды. Маркелов с АВП. Хорошо. Ребят, ну на самом деле... На самом деле, как бы нужно брать сейчас раунд, иначе будет проблема. Нави взяли в первом оружейном, по-моему, 2 АВП. И как-то вот после этого по-любому пришлось бы сливать. Смотрим, длпан, мидл, фейс, мидл, двое вверх-вниз, гитрайт ждет Б. Сейчас 4 игрока задействованы в аркаде, Сеня уходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, надо смотреть Есенина. Тыщ, есть минус, Маркелов. Давай, Марик, давай, тащи, Сеня, минус. Эдвард, Старик с десятки, Зевс. Где же Зевс? Зевса забрал Гитрайт, сейчас Марик с АВП. На Б, Старик воюет, Старик умирает, на Б также. Да что ж ты будешь делать? Вот если Сеня сейчас подрежет... Да. Так. Это плохо. Марик, минус. Видел вверх-вниз, по-моему, уходит на пятую линию. А, бомба на Б вообще. На какую линию он уходит? Он уходит на сейф. Самое противное место в Counter-Strike. Вообще, вот это вот место я больше всего ненавижу. Как будто ты сидишь, я не знаю, в каком-то туалете. И как-то сразу вспоминается, не знаю, природа, лето и кусок, я не знаю, лопуха в руках. Аж мурашки по коже. Мусорка, она и есть мусорка. Все, понеслась дальше. 13-7 за СК. Нормально они тут сейчас собрались в атаке. У Нави большие проблемы. Сейчас играют Natus, Винсер, Эко с одним ВП. И мы смотрим за этим раундом. Нужно тащить. Минус от Гитрайта. Минус от Гитрайта. Забрали Сеню. Эдвард Зигла забрал одного. Робан. Здесь СК решили агрессивно действовать. Оп-оп-оп. Иди сюда со своим калашиком. Кат. Да ладно, Марик. Ну, лол, получилось. Зевс, Глент, пятая. Ай-яй-яй, Фейс всех поубивал опять. 14-7 за СК. Ну что, Нави нужно подряд сейчас все оставшиеся тащить, чтобы победить. Либо хотя бы не все, но хотя бы еще 8 вытащить. Тоже было бы нормально. Что, продолжаем смотреть DreamHack в это воскресенье. Ну, уже не утро, уже день. Ой, я же забываю, что в России уже плюс 2 часа там вообще уже. 14:27, там уже скоро день закончится. Ну, как бы не только по всему миру нас смотрят. Очень хорошо смотрят Counter-Strike, болеют за Na'Vi. Сегодня все решится. Я думаю, что сегодня будет очень много интересных игр. Дальше мы с вами посмотрим поляков. Again против Lions. BO3 матч. Это второй полуфинал. Видели нашу пару играть. Видели пары Again Lions. И я очень переживаю за команду Na'Vi. Вот сейчас Зевса убили под Б. Плохо. Эдвард вверх-вниз спустился. Гитрайт мидл. Сейчас будет чекать. Сейчас Эдвард его тоже подчекает. Эдварда ловят на лестнице. Разброс пошел. Черт возьми. Фейл. Старикс минус на Б. Там еще Форест, Старикс минус 2 на Б. Сеня стягивается, читают раунд. Сеня, будь аккуратней, пожалуйста. Маркелов есть еще у нас. Хорошо, бежит Марик. Зелень, Марик, какая реакция. Вообще божественный Маркелов. Двое против одного, Робан остается. Он между 4 и 5 линией. Старикс должен его сейчас чекнуть. Старикс, чекай, пацана. Видел, да, иди сюда. Ой, фух. Аж страшно стало. 14-8. Счет матча. Продолжаем смотреть. Na'Vi нужно тащить раунды. Иначе будет третья карта. Т.
Так, ну надо тащить много Нави. Надо сейчас для уверенности, конечно, раунда еще три подряд выиграть, чтобы немножечко как бы полегче было. Так, знаете, немножко можно было выдохнуть, что фух, мы не совсем на плохие ратрейде. Аркада, аркада пошла. Атака, Форест, зелень уже близко. Там же Фейс, Роман уже за шестым. Маркелов тут в зелени стоит. Ой, опасно, Маричек, ты где? На пятой забрал одного, отвечают ему сразу же. Зевс идет на помощь, Эдвард разменялся. Старик здесь, Нави в большинстве. Шведа один остается. Делпан, аккуратно, аккуратно. Здесь нужно быть трижды аккуратно, потому что этот парень попадает дико. Итак, Старик, Сеня, Зевс против Делпана. Можно брать девятый и тащить. Да, Лихае, видимо, знают, что он здесь. Ну, план за пятой линией, может быть, и не знают. Старикс между... Ну, как бы нормально сейчас все. Нормально Сеня обходит спину. Надо тащить. Да ежешь минус от Зевса. Три девайса сохранилось. И 4-4. Хм. 10. Вот, да, нормально. 14-9. Еще вот 14-11, 14-12. И тут можно будет еще и на трейне поиграть. Легко. Для уверенности. Не, ну, очень напряженные всегда матчи против SK Gaming. Это топ-команда сейчас. После последнего ESVC. Не было их на MSI. Тут и... Да, СК топ, Нави топ, Агейн топ, Фнатик вернулись тоже вроде бы как бы в топ, Мау Спортс еще есть, топ команда Lions, вроде бы топ команда. Короче, чем крутой? Чем крутой, здесь еще непонятно, что будет. Также есть ESA Gaming, которые могут выстрелить, есть Anexis, которые уже сколько... Раз выигрывают у Natus Vincere, это уже просто на самом деле смешно. Три раза подряд датчане Anexis уже выигрывают у Na'Vi. И сейчас Anexis играет в четвертьфинале свой матч против Fnatic, если я не ошибаюсь. Так, Сеня чекает мидл. У нас в тоннелях шведы, хотя в мидле тоже есть тусовка, смотрите. Ровно. А, здесь глоки, здесь глоки. Здесь сейчас обсуждение идет у Гитрайта, что же делать, чтобы не поиграть украинцам. Так, пишет Мариган, пишет, Мираж это Габелла для Na'Vi. Ну, может быть, дружище, а может быть и нет. Так, в чем групповой этап не стримил, но я заранее говорил, что DreamHack я буду только плей-офф стримить. Возможно, пропустили в трансляции. Мы сори, друзья. Но на плей-офф я уже здесь, поэтому все ок. Ну, уже надо добить последних. Главное, не отдаться. Гитрайт выпадает на низ. Так, прыг. Умер 14-10. Так, вот начинаются раунды нашей мечты. Раунды, в которых может решиться судьба сейчас этого четвертьфинала. Раунды, в которых украинская команда может собраться и переломить ход событий. Ведь мы играем в защите, и мы уже отдали 4 раунда на СК за атаку. Все, хватит с них. Нужно теперь играть в свой Counter-Strike, показывать свой стиль и вообще свое мастерство. Ну, в общем, ща пойдет. Зелень, Марик, забрал, иди сюда, в дым дал, не ушел, не ушел, не ушел, отфлешивает, ушел, Сеня помог, Эдвард пожарку смотрит, что же там у Эдварда? Он слышит здесь типов, он слышит Б, очень легко дает инфу Зевсу, говорит, Дзюся прикрывает, точнее, принимает, точнее, Дзюся, ой, Дзюся принял. Упс, минус 2 от Робана, Маркелов там, уже все нормально, подождите, скорая, Counter-Strike помощь уже здесь, минус 2. Причем второго очень жестко хедшота. А Робан где-то здесь, Робан же поджимал. Да, надо быть аккуратнее. Вот он постреляет. По Маркелову стреляет. Какой жук вообще. А не Робан? Где он делся? Ушел, Сеня понял это. Сеня понял это, Маркелов понял это. Ну походу тоже. Сеня, вернись в семью, не уходи далеко. Страшно. Ну, Марик, да, он вообще красавчик. Просто ниндзя. Убежал уже. Убежал уже. Рубан тоже говорит, да черт возьми, где же этот Маркелов? Вот, есть контакт. Минус. Плохо, что Сеня далеко. Все, Сеня на ногах просто. На ноге летит в точку. Рубан ставит. Рубан. Нет, он идет на Сеню. Он идет на Сеню. Сене не стоит спешить. Ой-о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 й
фокусы сильно, ну, такие раунды вытягивают, причем не первый раз. Да, вот тут, конечно, надо было, видимо, более агрессивно играть чуть-чуть, наверное, Сене, не упускать парня в респаун. Блин, черт возьми, повезло. Что тут говорить, повезло. Просто повезло сейчас игроку команды СК. Ну, как бы, что, 5 подряд надо тащить.
Обидные раунды отдаются. Я буду плакать. Вообще, как так? Ну, сколько можно? Да, ну, конечно, группа тут еще такая веселая была. Moscow 5, Fnatic и Na'Vi. Учитывая, что нет Миража, там, ну, не знаю, была большая вероятность, что М5 могут не пройти. Им нужно было обыгрывать Фнатов. Ну, к сожалению, Na'Vi тоже не смогли обыграть Fnatic. Они там, что шведы разошлись, поубивали всех. И опять наши команды стали решать судьбу друг друга. Если вот М5 выбили ДТС с ЕСВЦ, то сейчас Na'Vi выбили М5. Так, ну как бы тоже на самом деле не очень прикольно. Небольшой размен под Б. Вот докинули Na'Vi в такую группу, знаете, где уже было две сильных команды. И вообще группа Na'Vi, Fnatic и М5 это вообще провал. Надо было пораскидать команды. Минус от Сени. Сеня забежал мидл на отца. Просто сейчас знают, что будет выходить зелень. Там есть Форест. Вот он. Минус от Есени. Он, да вообще, Сеня красавчик вообще сносит. Так, Форест забирает Эдварда. Там Сеню забрали в центре. Вышел фейс. 2 в 2. Печаль. Нашли. Марик дал минус. Хорошо. Форест знает, где оба. Ну, давайте смотреть за парнями. Ой, хорошо. Скорая, Counter-Strike помощь уже здесь, да. Это Маркелов. Минус Форест, 15-11, еще 4 тащить. Ох, ну надо теперь вытягивать все. Такие раунды обидные отдавались. Парни сами, наверное, понимают. И им тоже немного обидно за то, что вот так идет этот трейн. Не по сценарию. Натус Винсер. К сожалению. Ну а что поделать? Прутся шведы очень хорошо. Гитрайт зелень на Есенина. На... Ой-ой-ой, где все идет? Такая тусовка. Они уже здесь. И что ты будешь делать, когда они придут к тебе? Вот сейчас посмотрим. На... А, тут эко. Хорошо. Там Сережа всех зарубашит сейчас снизу. Минус 2 от Зевс. Идите сюда, идите сюда. Гитрайт последний, все. Ну, в общем, 15-12 сейчас оружейный будет немаловажным. Вообще все последние раунды немаловажны, тут ни одного нельзя отдавать. Нужно тащить на овертайм. Уже пошли прогнозы, что будет, если будет 15-15, там нет, 16-14 будет за СК. Ну, посмотрим, посмотрим. Прогнозы, конечно, довольно интересная штука, но вещь неблагодарная. И, как бы, опять же, в таком матче, как четвертьфинал DreamHack, и особенно с такими командами, как СК и Na'Vi, я думаю, что может быть все что угодно. Быстрый раунд играют шведы. Вышел Дулпан. Эдвард должен его сейчас забрать. Минус от Зевса. В это время на Б. А где же Эдвард? Вот этот Эдвард. Вот этот Эдвард. Не дал минус. Вот это был, наверное, ключевой фраг в раунде. Минус от Гитрайта. Бомба стоит. Сеня, Старикс и Марик. Скоро медицинская помощь. Так, смотрим на Маркелова. Точнее, не медицинская совсем. Это наоборот. Антимедицинская. Сеня. Боятся, смотрите. Ой, Марик. Марик! До 8 нашили в десятке. Минус низ. Держать. Мочить. Есть, есть, есть. Забрать ВП Маркелова, потому что оно пригодится. 15-13. Фух. А, не туда побежал. Где-то улетело ВП Маркелова. Плохо, если Марик будет без ВП. Надо дроп давать ему. Вот он, дроп. Отлично. От Есенина. И продолжаем. Да, друзья, кто недавно присоединился к нашей трансляции, напоминаю, что сегодня мы весь день смотрим DreamHack с четвертьфинала и полуфинала, и, наверное, финала сегодня. Ну и как бы оставайтесь вместе со мной. Мы будем смотреть за замечательными матчами с участием пока еще Натус Винсер. Может быть, и дальше будем с участием этой команды смотреть. Но следующая игра Lions again. Поэтому давайте смотреть за пока что за Na'Vi и ждать эту игру. Ну, сначала нужно, чтобы Na'Vi дотащили. Сеня, хорошо. Форест один. Хедшот на тех. Кто дает, дал такой хедшот? Ну, кто-то из банков взял на линии. А тут все на линии. Хорошо. 15-14. Фух, 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 фух. Еще один. Тащить. Тащить. Смотрим, что по деньгам. Бомбу не поставили, пацаны. Ох, не поставили вы бомбу, ребята. В последнем арморе. Я слышу, диглы есть. Дигл раз, дигл два, дигл три, дигл четыре. Так, тишина. Тишина в эфире просто. Не хочу вообще
ничего говорить. 4 дигла и 1 галил. Минус Сеня. Подобрали 1 кольт. Минус от Эдварда, минус Форест. 4 в 4. Все на зелени. Выход Б. Выход Б. Уже Б выходит двое. Минус от Старикса. Bomb has been planted. Сейчас скоро прозвучит. Вот она. Гитрайт остался под крышей. Эдвард его не нашел. Эдвард его не нашел. Нашел Маркелов. 4 в 2. 25 секунд. Вплотную стали шведы. В РСП минус. Все. Это овертайм. 15-15. Таф, они переживают, все будет хорошо. Но я знаю, что в нашем стиле вот такие раунды отдавать. В нашем, я имею в виду, в стиле СНГ команд. Там, ну, не так Na'Vi, как Moscow Five, DTS. Вот эти ребята. Virtus.pro, Kirchnet. Ну, не так Virtus.pro, Kirchnet. Вот DTS M5 вот у меня больше как-то ассоциируется с эпичными какими-то раундами. Не обижайтесь, конечно, друзья, но так именно это и было. Ну что, у нас ничья. Немножечко отдохнем и ждем овертаймов на трене между СК и Натус Винсер. Na'Vi смогли дотащить. Камбэк немножечко получается. Смена сторон. Единственное, что я не знаю, какие правила на овертайм. Макс раунд с 3-16 тысяч. Вот, не зря я прочитал сообщение. Ну, как было... Как было, в принципе, и здесь у нас на MSI Beat. Раша в Киеве. Ну, в общем, продолжаем смотреть за этим матчем, друзья. Сейчас мы видим, что отдыхают ребята из команды Natus Windsor немножко. Обсуждают, что же им делать в следующем раунде. И что же им делать дальше. Надо вытягивать, надо вытягивать. Шведы сидят на своих местах, как вы видите. И никто никуда не собирается из них уходить. Да, шведы сидят по позициям. Так, вот меня спрашивают, почему не через зону трансляция? Там ухо в шоке, это кто-то зрительный. Ну, ну, не знаю, на самом деле. На OM3D, да, на самом деле, вот такой договоренность с организаторами DreamHack. Вот они говорили, если вы хотите стримить чемп, то вы должны его стримить только на Джастине. Ну, сейчас, ну, я думаю, там ближе к финалу просто ухо не получит, к сожалению, IP HLTV, потому что, увы, оно есть только... В официальных стримах, но я думаю, ухо тоже должен получить. Ну просто как его на Джастине там еще не точнее на OM3D не забанили, я не знаю. Обычно вырубают трансляции в таких случаях, когда там либо стрим, либо там. Ну, тяжело нам стримерам, знаете, не всегда дают HLTV, не всегда. Короче, все получается так, как хотелось бы. Ну, что поделать. Да, в приятном Закарпатье. Есенин мне кто-то написал. Привет тебе, Есенин Закарпатский. Так, что тут еще хакер? Овнет к вечеру лагает, пишет хакер. Да ладно. Таф, ты смотришь через чат Джастина? Не, я не смотрю чат Джастина. К сожалению, нет. Опа, вижу троллинг. Да, я тоже вижу чат Джастина. Ха-ха. Какой лол. Иди сюда, дружище. Ну что, смотрим, друзья. Атака Na'Vi. Давайте поменяем сторону. Защита СК. Первый раунд, овертайм. Ну, ребятки, я вас верю.
Есть минус от Марика. Выход вниз пошел. Марки... Ух ты, там кто-то вверх так продавливает у нас очень агрессивно. Но это не Маркелов, это Даня Зевс. Уходит он на лысый вниз. Маркелов на собаке. Бомба стоит. 4 в 4. Где шведы? Аж двое, двое справа. Робан минус Сеня. Маркелов уходит слепой, походу. Ой, Нави зажаты. Нави зажаты. И просто их рвут по позициям. Старикс один. Хедшот. Раунд за шведами. Беда. Это беда. Так, ребят, ну что? У нас зелень будет? Нет, не будет. Убили Зевса в туннелях. Не, ну жестко вообще. На самом-то деле... Если Нави не возьмут хотя бы одного раунда за атаку, будет очень тяжело во второй половине. Серия, зелень пошел. Тут Гитрайт есть, Форест... На крыше, ой, слепой Есенин, минус Сеня, раскидывается баня, сейчас тоже гранаты на зелень залетают. Здесь все слепые, ну кроме Эдварда разве что, дает он минус. Маркелов в центре, ну тут просто в углу есть игрок, справа от Марика, которого он не ждет. Вот за углом стоит Робин, а вот теперь Марик пытался чекать, нет, ну как-то так. Минус от Роба, от Эдварда, и смотрим дальше. Надо брать один, без него будет плохо, потому что это борода. Зелень синяя, Старикс, пятая, шестая линия, Зевс, сплит на... минус, хорошо, с первого минуса, конечно, выходит Маркелов, Эдвард. Пятая линия, есть инфа, минус от Фореста, падает Старикс. Пятая линия, нет, Гитрайт в шестую, хоть бомба стоит, минус Гитрайт, хорошо, фейс один. Ну, все, Форест, минус фейс, даже сейчас. Убить фейса. Ну что, четкий минус от Маркелова по концовке, у нас счет становится 16-17. Ну и Нави нужно стоять под ноль в защите сейчас, 16 тысяч денег есть. Ну можно стоять под ноль, в принципе. Можно сейчас закончить встречу, либо еще один овертайм будет происходить. Да, миражом попахивает пока что, но не хотелось бы, чтобы был мираж. Это будет жестоко. Ну, в общем, продолжаем смотреть за Дримхаком потихоньку. Да, начинает подниматься аудитория, возвращаются люди, это хорошо. Ну, не привыкли все. Не часто я вещаю на Twitch, но сегодня вещаю, и вроде бы он работает пока что супер отлично. У меня ни одного дропа, вы не поверите вообще. Я сейчас смотрю просто идеально. Идет стрим на Twitch. Это тоже очень круто. Так, смотрим за продолжением игры. Здесь сразу же прошивают четвертый вагон Робана. Двое зелень очень аккуратно крадутся. Форест Фейс. Лупан смотрит центр. Саве П. Маркелов на зелень. И Сеня идет на поджим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это только этого не хватало. Только этого не хватало нам. Ну, под флеш Сеня. Накоцал Фореста. Две гранаты. Бум-бум. Форест не пошел добивать. Форест сидел, боялся. В мусорнике сидит. Да, мухи. Все как надо. Чья-то котлета валяется. Форест, не наступи. Ну что, 5 на 4. Хорошо. С первым минусом. Нормальный такой эпизод на зелени. Под флеш Марик запустил Есенина. Четкий тайминг. Сделанный минус. Ну и, в общем, все хорошо. Форест пока что бродит на мухах. Точно вступил. Смотрите, так мухи далеко не жужжат, как только что у Фореста.
И уходит. Уходит, уходит. Фу, мухи за ним по-прежнему. Все, я не могу. У меня начинается паника просто. Эдвард спиной. Есть, Маркелов прикрывает. Эдвард, как там у тебя дела, дружище? Смотри, там сзади выходит. Пожарки уже спину Эдварда убивают. Ну, 3 в 2. Нави в большинстве. Марика сняли. Правда, вот Зевс на Б сейчас. Главное, что не умер. Опа! Как вот просто, ну вот к этому уже можно привыкать, что постоянно какая-то шведская звезда поджимает спину. Тут таймер хороший, поэтому все хорошо. Так, 17-17. Кстати, аптечка. Да. Окей. Идем дальше. Нави сравнивает счет в матче. Нужно еще 2 раунда тащить, чтобы выиграть в этом матче. Если по одному раунду сейчас выиграют команды, то будет еще один овертайм. Зевса выходит аккуратно. Зюся, двоих забери. На, хотя бы одного. Хорош, первого забрал. Минус от Эдварда. Уходит Зевс, Гитрайт за ним. С Плентом, ну побежал, кстати, с Плентом. Ну так, нет, не побежал. Аккуратно чекал, 5 в 3. Най пока что без ошибок защищаются. И знаете, если сейчас 5 в 3 отыграют нормальную ситуацию, то у нас будет матч-поинт на выход в полуфинал, если честно. Ну что, Форест пытается Зевса снять, низ вышел. Эдвард уже подтянулся сюда к точке, он уже за собой. Ой-ой-ой-ой, ну знают. Как же ж так? О боже, что это? Это настоящий троллинг БСК. Просто наказали, причем вся команда Нави стояла на точке. Просто лол. 18-17. Ну, вот за такие ошибки, ну, действительно, нужно наказывать. Вот это да. Угар, просто угар вообще на самом-то деле. Я думаю, вам такое должно понравиться, такая игра. Ну, почему-то все равно вот второй овертайм близок. Мне кажется, больше, чем Мираж. Хотя вот учитывая такие раунды, как последний, может быть все что угодно. Не, круто сыграли СК, тут без вариантов. Я представляю, там сердца шведских болельщиков остановились в тот момент, да, когда они начали тащить 3 в 5. Так, смотрим за продолжением. СК снова под Б, Форест ждет поджим мидл, Нави никто не поджимает, Эдвард на пожарке, и сюда, по-моему, уже спускается Фейс. Нет, под Б. Старик с Зевсом вплотную вдвоем играют снизу, Марик с ВП зелень. Идут под Б уже, идут. Медленно, но уверенно. Ничего не происходит. Там хелпы мало у Зевса и Старикса. Сейчас нужно только пацанам жечь. Вот Маркелов, кстати, поможет, но не успевает уже. Итак, Сережа. Жмет Сережа. И получает. А где же Зевс вообще? О, привет, пацаны. И ты здесь. Вот это да. Вот это мувик. Минус 3, минус 4. Пятый Форест 1-4 остается. Дайте эйс нашему капитану. Маркелов минус последний. 18-18. И по идее сейчас стей должен быть. Нави останутся в защите. Вот это Зевс. Как разобрался. Круто в эпизоде вообще. Просто да, не отец. Правда, нужно посмотреть, как же там сделал так, чтобы шведы прошли все мимо него. Ну, наверное, где-то с собакой мансовался. Ну, красавчик. Ничего не скажешь. 18-18. Красивейшая игра в четвертьфинале между Нави и СК продолжается. Ну и пока что не дают СК вот Нави овертаймов. Мог он быть в первом, точнее, матчпоинтов в первом овертайме. Как бы, ну не знаю. Сейчас могут вот уверенно снова продолжать играть в защите. Сделать 3-0. Тогда, правда, немножко посложнее. Нужно будет выигрывать раунды за атаку. Но главное сейчас вот не отдавать. Главное вот сейчас не отдавать. Иначе у шведов появятся шансы. Они уж-то могут воспользоваться. Они как-то как бы дома, как бы поувереннее. Как бы чемпионы последнего ЕСВЦ. Чувствуют себя, наверное, хорошо довольно.
Ну что, мы ждем команды. Мы ждем команды на сервере. Мы ждем крутой зарубы дальше. Пока очень неплохо идет эта встреча. Нам интересно. И это самое главное. Ну и, кстати, Тав, какая у тебя скорость интернета? Да не, небольшая сейчас, на самом деле, вот на Европу где-то 40 на 40. Если там спид-тестом юзать, там, не знаю, по крайней мере, на Франкфурт, там, на Амстердам и... Где-то так. Ну ладно. Неважно скорость интернета. На самом деле, понятное дело, что тут гигабит по Украине. Там, ну это тупняк, там говорить гигабит по своей стране. Это не скорость интернета, это не знаю, фильмы смотреть надо. Тав, что жуешь? Микрофон жую. Жую от нервов микрофон. И не знаю, вот сможете ли меня слышать, если вдруг будет мираж, потому что я окончательно его съем. Тав, ты варенье или дома? Дома, Тав от дома. Варенье, танки идут. В зале, просто жесть. Привет крабу. Не, ну раз крабу, так вообще. Для краба передам, конечно. Так, возвращаются игроки. Возвращаются игроки. Сейчас посмотрим. Был матчпоинт ТСК на эту карту. Один, но... Нави вытащили. Даже не один, а сколько там. Много матчпоинтов было у СК вообще. На трейны я даже как-то сбился со счета. Наверное, сколько их там. 5-6 было в этом матче. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Так, Дзюся, конечно, пацан. Так, ребята, я здесь передаю привет троллю Роме. А, лол, конечно. Тафа съел микрофон, да, периодически разъедает его. Не, после таких игр, конечно, можно съесть что угодно. Очень, опять же, переживаем мы последнее время за команду Na'Vi. Вот, многие говорили о спадах, там кто-то говорит о мотивации. Я говорю о том, что как бы команда-то в топе, команда играет хорошо. Просто действительно тяжело каждый чемпионат выигрывать, потому что соперники-то какие серьезные в мировом Counter-Strike. Ну, как бы, опять же, посмотрим, чем закончится DreamHack. К сожалению, мы не увидим Na'Vi на World Cyber Games. Это печаль, это провал. Да и вообще, ВЦГ такой довольно мрачненький вырисовывается. Я как посмотрел группы, конечно, понял, что первые дни вообще можно, я не знаю, Tetris стримить, больше людей будет смотреть, иначе не может быть, потому что там такие мрачные матчи. Не, ну разве что поржать, чтобы Афат появился в студии, возможно, да. Ну что ж. Тав, давай к нам в Омск вообще. С удовольствием. Я... Билеты. Присылайте билеты. Я уже лечу к вам в Омск. Ну, Na'Vi что-то мутит снова. Что-то они замышляют. Потому что вы видите, что тут очень такая долгая пауза для украинской команды. От украинской команды в первую очередь. Ну что ж, друзья, я по-прежнему с вами понеслась, так, какой-то чат, что нах вейт, пишет Делпан, Asking Mark. О боже, кто, какой, ну, Вика Т, пишет Сеня. Спроси у Марка, говорит Делпан. Ну вот сейчас они там на самом деле торгуются, вот да, я говорил, что должен быть стей, и как бы об этом говорят Na'Vi, что сейчас, ребята, сейчас должен быть стей. СК говорят, нифига, мы играем за атаку. Ну, на самом деле, я бы сказал, что... Так кто? Кто куда переходит? Кто кого намошнит сейчас? Na'Vi должны начинать этот овертайм в защите, потому что они начинали прошлый овертайм в атаке. Гоу, пишет Зевс. Сек, пишет Робан. Так. Ну, как-то подразвели шведы Na'Vi, я смотрю. Либо кто кого там домашнит сейчас. Сейчас посмотрим.
Честно, Нави должны начинать в защите по всем раскладам. Но вот тут что-то на Дримхаке замутили интересное. И Нави переходят в атаку. И снова начнут овертайм в атаке. Плохо. Плохо. Ну, как бы, с одной стороны, не очень плохо, да. Можно сейчас вот брать там, пытаться брать 1-2 раунда. Если тащишь, то просто все, в защите под ноль можно стоять. Да, Нави перешли. Ну, ладно. Окей. Да, сообщение в нашем чате, все веселее, веселее. Тафа, привет бабушке моей. Вот, вот, вот уж бабушка твоя, уж кто без моего привета не пережила бы по-любому. Так что, бабуля, привет. Так, ты был в Забайкале, с удовольствием бы побывал? Не был. Я был на трейне Нави СК. Вы тоже, кстати, вот все зрители с этого матча были свидетелями, станете свидетелями. Чем же закончится все-таки этот эпичный батл Нави СК? Я даже боюсь смотреть на статистику, что у нас после основного времени овертайма. Гетрай 34-22, Маркелов 34-21. Вот это пацаны вырубают. Нужно, конечно, следить и за Гетрайтом, и за Маркеловым. Итак, Нави начинают в атаке второй овертайм. Прошив четвертого, Марик в 9. Там будет Делпант. Марик, внимательно. Вот так вот. Вот так вот тоже бывает. Передай пока СК. Да. Привет, Маркелов. Доедешь. Все, забудьте, ребят, забудьте за привет. Давайте смотреть за игру. Марика сняли. Первая попытка будет очень тяжелой. Для Нави сейчас в меньшинстве нужно будет... Ну, не знаю, надо Б выходить пытаться. Тут уж только напрягает. Да, Робан прошивает, но он с трансформатора шьет. Они могут понять, откуда шьет их Робан. Да, он шьет с трансформатора, а в ответ пытаются Нави прошить четвертый вагон, то есть вот эту позицию. А там Робана нет. Так, двое под Б, занимается перемычка. Эдвард уже чекает 9 вверх, дает дым наверх. Тут же Старикс, тут же Сеня. Зевс сейчас прочекает Гетрайт. Зевс не будет готов, наверное. Да, видите, он, наверное, давал расклады, смотрел, как пацаны выходят на Б, смотрел тайминг, и вот уже 3 в 5. СК должны выйти вперед. Здесь трое. Робан, Долпан и Фейс. Фейс под плентом вообще сидит. Тут и красный Сеня. Ну, очень тяжело выйти. Ну, красный Сеня дал свой минус. Фейс минус Эдвард. Сеня ставит. Нет, все, бомба упала под плент. Все, минус Старикс. Его просто зажали, зажали в углу. Ой, как тяжело. 19-18 в пользу СК. Продолжаем смотреть за игрой. Но все-таки довольно эпичный батл. Довольно эпичный батл, вы со мной можете согласиться. Нави очень тяжело сейчас. Вообще они должны были, опять же говорю, должны были сейчас оставаться в защите. Но прописали правило, что каждый раз за одну и ту же сторону будет играть овертайм. Это не есть хорошо. Вот это то еще не есть. Тем более хорошо. Старикс минус Роба. Ну, разменялись. 4 в 4. Сеня летит зелень. А Эдвард летит вот слева. Да, он по линии в плент ставить просто на морозе. Маркелов минус. Гетрайт красный, 3 в 2. Помп has been planted. Есть минус от Сарикса, последний фейс. Вот он, фейс нашей мечты. ХП Гетрайт, пишет Сеня. Он не ответит ему. Он пишет, ты мониторчик после меня. Don't know. Не знаю, пишет Гетрайт. 19-19, хорошо. Вот сейчас взять еще один, и в принципе можно забирать трейн. Нужен просто еще один раунд в атаке для украинцев, и они пройдут дальше. Действительно... Красивейший матч мы с вами наблюдаем. Вторая карта четвертьфинала DreamHack. Турнир, который проходит сейчас в Швеции. Нави против СК. Просто, если честно, ребят, вот еще часа в 4 ночи, вот, в понедельник утра, вот мы общались, и мне говорили ребята, что скорее всего не пойдут на DreamHack, потому что там, после того, как они приедут на DreamHack, им останется типа один день до ВЦГ. Но, видимо, потом, в следующий день, ребята все поменяли и решили уже не ехать на ВЦГ, а решили поехать на DreamHack. Тоже там много споров было, потому что... как бы нужна была победа на MSI Bitter для Na'Vi, но вы видели, чем закончился чемпионат, четвертым местом. Так что сейчас команде, конечно, нужно тащить. Возможно, какая-то мотивация уже и появилась, если вы... так многие постоянно говорят о ней. Так, три дыма направо, три флешки направо. Пора вырубать нам Гетрайта Делпана. Так, минус от Сени, минус от Делпана. Маркелова забрали, но как бы мы уже в планте. 4 в 4, Зевс на пятой линии. Вот зря залез наверх. Вот отвечаю, зря залез наверх. Минус... Ну, Форест красный на самом деле остался. Нужен фраг атаки. Делпан с ВП, Старик с бани.
Эдвард дал минус, забрал Робана. Ой, сейчас хорошо зайдет вот Эстарикс, но бомба с другой стороны стоит. Ой-ой-ой, вот теперь плохо. Форест всех порубашил. Сейчас дефузится уже бомба. Ну, да ладно, ну какая неудача. Ну сотые секунды снова все решают. 20-19 за СК. Какая шара вообще. Старикс брал раунд. Вот сотая секунда. Просто вот пуля сквозь прошла и не уминуснула. Неудача, неудача. Очередная неудача для Нави. Сколько вот будут пропираться СК, сколько удачи будет у них, я не знаю. Там какой-то шаман танцует вокруг сцены, наверное, с бубном, чтобы вот так перло. Да. Ну, как бы, если бы еще немножко там зелень зацепилась, да, было бы вообще замечательно. Но, увы, Старикс остался один. Вообще, ну, по позиции он сделал все правильно, как оказалось, да, идеально вышел. Но, ну, ему не хватило чуть-чуть просто, вот. Самую малость, как говорится, самую писечку не хватило. Ну, вообще, вот, чуть-чуть. Ну что, друзья, поехали. Дупан минус, Маркелов отвечает. Надо брать первый в защите. Надо сравнивать счет, опасно, сплит на. Гитрайт уже в дымы, тут тоже в десятку подошел. Близко, Старикс сзади. Старикс убьет, но Гитрайт минуснул Зевса. Вдвоем, хорошо, Сережа. Как он вырубает, какие хедшоты ставят. Шведы просто не врубаются, что происходит. Минус 2 от Старикса, но Форест 1 в 3. Вот и Форест опасен, ну почему Форест, не знаю. Легкий троллинг. Замечательный игрок, величайший игрок в мире Counter-Strike. Нави нужно его бояться. План в десятке, хорошо, что план там. Кстати, Сеня не смотрит, сейчас почекает. Сеня, все, нашли, нашли. Марик развернулся, Старикс полетел. Сеня там уже гранат набросал, все нормально. Так, 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 вот тут еще флеш дали. Прошивает, Маркелов уже начал, тоже включился. Ну и Старикс, все нормально. Все участвовали в этом эпизоде, все пытались загнать шведа. Такая игра. Убей шведа. Это игра на туз Винсер. В четвертьфинале. 20-20 у нас снова ничья, и Нави нужно снова тащить еще два раунда подряд, чтобы выиграть эту карту. Но хватит ли силы такой тяжелый матч, тяжелый трейн? Я думаю, что хватит, потому что дальше мираж. Вот этого точно Нави не хотят. Какой мираж? Елки-палки. Нужно тащить. Убивает вопрос в чате. Парни, а где Волли? В истории, дружище, в истории. Уже, кстати, в далекой истории причем. Очень аккуратный дефолт играют шведы. Посмотрите на их позиции. Они зажались в туннели, в респе. Му, вот, Форд. Боже, опять мухи. Тихо, тихо. Форест пытается смотреть зелень. Та ё-моё, меня раздражает этот звук. Где бин-стоп-саунд нужно сделать? Как аккуратно играют сейчас шведы. Под Б подошел Робан, Зевс сюда пошел. Ой-ой-ой-ой, что сейчас будет? Даня на прицел. Вот он уже. Швед наши мечты, это робота. Что ж такое, как не везет в нужных раундах. Ну ничего, ничего, Сеня зажмет, мид не зажмет. Медле, так, в 3, в 5, Эдвард. Надо двоих брать, Эдвард, троих лучше, лучше троих. Тут двоих забрал, Эдвард просто супер игрок. 2 в 3, подарил шанс Стариксу и Маркелову и своей команде, чтобы ребята вытащили. Выходит на Б уже. Маркелов уже близко. Ого, какая реакция! Вот это Маркелов! Чудо Маркелов! Дым, уйти подлево чекать. Нет, да, вот так лучше. Флэш еще залетает. Вышел дупан. Попал, походу, Маркелов. Либо было 11. Марик видит всех. Марик всех видит. Бомба стоит. Попадал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это раздача 1 на 1. Маркелов. Get right. Get right ушел в туннеле. Все, Маркелов знает об этом. И ситуация очень жестокая. 20 секунд, и нужно... Ну, он пытается прошить, пытается на шару. Там уже патронов в АВП нету. Дигл достает, видимо. Что? Да, да. 21-20. Очередной шестой или седьмой матчпоинт для SK Gaming в этом матче. Но Na'Vi так легко не сдадутся. Походу будет еще овертайм. Ну, хорошо, что макс раунд 3. Хорошо. Так, Робан что-то на РСП стоит.
снова колдует раунд, говорит, итак, ребята, на сложном шведском языке, конечно, все это звучит не так, как я говорю, но в принципе, суть, да, такая, что мы сейчас должны заточить с вами раунд, ты идешь туда, ты идешь, бросаешь флешку туда, Нави стоят так, там двое справа, трое слева. Ладно, давайте по существу, что он, какую мог дать инфу вообще, интересно, что замутил-то Робин сейчас в этом раунде, что он придумал, либо что команда обсуждала, он мог просто сядь на РСП. Ну, что-то шаманят там, я не знаю. Сейчас что-то замышляют шведы снова там, ну, как всегда, уже традиционная позиция. Не, я не могу спокойно эти позиции просмотреть. Ладно, идем дальше. Форест, зелень. Остальных смотрим. Робин, где же ты есть? Дружище. Фейс, рядышком. Гитрайт уже пожарку спустился. Форест, зелень. Долпан с диглом тоже на пожарку пойдет. Так. Скорая контрстрайк помощь. На Б. Плохо. Сеня. Старикс, Эдвард. Ой, как страшно. Мидл минус. Флэш на пожарку. Сеня минус с Робом. Толпан вверх-вниз. Все, знаешь, что двое вверх-вниз. Как играет Эдвард. Божественный пока что. 4 на 2. Убить. Есть минус. Один долпан. Третий овертайм. Третий овертайм, друзья, 21-21. Нави против СК. Четвертьфинал продолжается. И до сих пор продолжается вторая карта этого фантастического матча. Нави не сдаются на трейне. Шведские фанаты в экстазе, наверное, сейчас на дримхаке. Но мы, в принципе, тоже с вами по интернету наблюдаем довольно крутую игру. И можем только радоваться таким чудо-матчем. Чудо-матчем. Ух, таф голос сорвешь уже, так что неважно. Так, небольшая пауза. Небольшая пауза. И сейчас... я думаю, возобновится наша встреча. Тут уже обе команды, на самом деле, наверное, сидят на своих местах, уже общаются, потому что им судьи говорят там, ой-ой-ой, что же вы делаете, ребятки, у нас тут же тайминг, типа нужно, чтобы уже кто-то выиграл, и была третья карта, или не была, там нам нужно знать. Ну, короче, в любом случае все должны кайфовать от такой игры только. Игра очень хорошая. Что, ждем продолжения. Давайте глянем стату. После двух половин и двух овертаймов. 41 фраг у Гитрайта, 40 у Маркелова. Обогнал на один фраг Гитрайт после второго овертайма Марика. Это основная битва лидеров в этом матче. Ну, конечно, статистика просто эпична. Давайте глянем, может быть, по доминированию. Кто у Марика? 30 фрагов с АВП. Из 40 30 с АВП дал. Ну, просто расстреливают на Маркела. Он сейчас разыграется вообще, что бешеный. Кстати, Марик перестреливает Долпана 11-6 в личных встречах. И 8-1 идет против Фореста по ходу этого матча. То есть 8 раз Маркелов убил Фореста, а Форест всего лишь раз убил Маркелова. Это из таких вот сильных, наверное, доминирующих цифр на карте. Да, Марик сейчас имба. Ну и вся команда, конечно, тоже тащит. Зевс, ребята молодцы. Нави, сложный у них матч. Ну и СК как бы по дефолту играют очень круто. Ну что, ребят, у нас 4 зелень. Маркелов в центре с АВП остается. Зачем? Ну, будет, наверное, там выходить вырубача. Посмотрим, зачем. Просто Робин сидит в углу и вот шьет. И слышит это Маркелов, по-моему. Ну, сделать ничего не может. Робин его тоже слышит, кстати. Как бы не ворвались на Марика. Зелень пошла. В плант опять проходит. Смотрите, они начали забивать на крышу. Не перестреливаются с ней. Проходят в точку. Маркелов, не умри. Да, вот то, что я говорил, что ворвется Робин и поставит Марику, сделает ему больно. Да, сделал Форест больно Зевсу. Как начинается, не очень хорошо все это дело. Минус от Фореста. А, ну вот теперь Нави замашнили играть в защите. Извините, не поменял местами команды. В
22-21 за СКА. Третий овертайм. 1-0. Ох, сколько можно-то. Начинать за атаку. Что, Дулпан? Есть минус. Есть минус от Сариксона. И в большинстве хорошо. Десятку давят. Сеня, Зелень, Детрайт опасен здесь. Не давать ему фрагов. Он уже больше 40 настрелял за эти раунды. Плюс один фраг забирает капитана нашего Дулпанца с Суспа. Минус Старикс. И мы уже имеем ситуацию 2 в 2. Не, надо тащить. Маркелов может тащить. Минус Гетрайд от Марика. Дулпан. Ой, вот. Ухо-хо-хо! Шапка торчала. Минус Дулпан. 22-22. Сколько можно играть? Я не знаю, сколько можно играть в этом матче. Так, последний раунд третьего. Первой половины третьего овертайма. Вообще просто матч не заканчивается. 22-22. Сколько же сил потратят сейчас ребята на эту встречу. Нави занимают в туннелях тоже очень аккуратно. Ну, будем ждать. Там шьет вообще. Вот, шьют четвертый все-таки. И тут с четвертого отвечают, я смотрю, прострелами, но никто не попадает. Так, два мидл. Марик под Б. Карта. Все, Марик уходит с плита. С плита сейчас зелень стягиваться будут, наверное. Вот забирает. Нет? Ух ты. Марик опять центр, только в этот раз он уже будет поаккуратнее играть, потому что Робан зачекает его. Вот Робан тоже на зелень смещается. Нет, он где-то между пятыми займет, наверное. Будет помогать Гитрайту, Форест, крыша. Но тут стрём, Дулпан десятка будет. То есть цель Маркелова, наверное, будет убить Дулпана в десятке, скорее всего. И отстрелить там вот трансформатор, если будет. Нет, Марик будет последним выходить вообще. Наверное, цель Маркелова в этом раунде вообще уже играть по бомбе, по поставленной издалека, контролить ее потом. Хотя, опять же, всего лишь два зелья. На этот раз какой-то другой раунд предлагают в атаке Нави. 2Б, 3 на по-прежнему ситуация. Все, в 30 секунд идет атака. Минус Робан. В этот раз Маркелов попадает. Там, конечно, пространство будет гораздо больше у Нави. Теперь минус от Сени, минус от Дулпана. Дулпан уже тоже помогает команде. И ой, как жмут. Дулпан десятку просто перекрыл. Перекрыл все здесь Дулпан. 23-22. Смена сторон. Ну все, сейчас в третий раз подряд нужно делать 3-0 в защите и вытягивать игру. У нас третий овертайм. Один и тот же счет. 2-1 в защите выигрывают СК. Потом 2-1 в защите отвечают Нави. Ну, как бы... Да, да. Причем и те берут всегда второй раунд. Вот такая вот мистика этого дотрейна. Так, смотрим за продолжением. Немного статистики. Гетрайт 43, Маркелов 43. Марик догнал. Ну, знаете, тут, несмотря на все это дело, очень высокий показатель хедшотов у Фейса, у Робана 53%, ну, 54%, 52%. И у Зевса 46% хедшотов. 47% у Старикса. Ну, такое вот. У Дулпан Маркелов, конечно, тут процент будет поменьше. Надо брать 3. Ну, конечно, для начала надо брать 1 в защите, потому что тут уже СК могут приспособиться. Сколько матчпоинтов у них было? Пошла аркада, Даня, Зевс. За лысым был. Да, сплыл. Старикс. Повезло, что Дулпан у него не попадает. Он бегает с собакой, тут тяжело. Вылетает. Тут уже чересчур агрессивно играет Сережа. И 3 в 4. Вот это плохо. Это будет шанс. И снова матчпоинты для СК. Маркелов минус, бомба стоит. Марик забирает где-то в планте игрока. Минус от Эдварда, минус от Дулпана. 2 в 2. Ой, Дулпан как разыгрался. Как он вырубил Марика. 1-1. Сеня знает, где Дулпан. Сене нужно просто двигаться. Двигаться. Ой, как хорошо, Сеня. Я представляю, что он сейчас там крикнул на всю Швецию. Даже... Нет, я даже не представляю, что Сеня крикнул на всю Швецию. Все, ладно, молчу. Какой валидол сумасшедший. Ну что, забирают Эдварда. Дулпан вот так напрягает постоянно с ВМП. Он последние раунды, наверное, сыграл вот в овертайме гораздо лучше, чем две стороны с ВВП. Он просто вот
попадать тоже очень стал. Когда ты играешь уже, не знаю, сколько тут, 46 раундов, 47 идет, то я думаю, ты уже подразыграешься. Так, есть большинство у шведов, очень важно Нави сейчас забрать раунд, чтобы у них появился наконец-то матчпоинт. Я даже не знаю, смотрим. Старикс, Маркелов, хорошо, Сеня, тут двое пробегают. Ну, и второго! Ах, черт, но все равно хорошо, один фейс остается против троих. Фейс, зелень, контролит его, Марик, пятая, плант в центре, Старикс вверх-вниз. Старикс сейчас первый его увидит, хотя он тут мансуется. Че, у меня ВХ работает? Работает, о, отлично. Вон он под крышей, минус. Хорош, Маркелову помогли. Матчпоинт. Да, 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 не взяли второй раунд шведы. Это вообще эпично. 24-23 матчпоинт у Нави. Один раунд и в полуфинале команды. Причем выбивают из турнира СК. Все команды пожмут руку украинцам. Скажут спасибо, ребята, что выбили СК. Но, правда, Нави сейчас в такой форме находится, что они тут сами могут подразобраться и сами себе могут только сказать спасибо. Молодцы. Но надо взять последний. Снова Делпан, первый фраг. Маркелов сразу отвечает, Фореста вырубает. 4 в 4, аркада идет. Старикс как бы не ошибся, там очень жестко у него выходит. Выходит десятку, да, вот его и запилил сейчас Гитрайт. 3 хп, 3 хп у Гитрайта. И он убивает Сеню. 2 в 3, какой провал. Только Даня Зевс спасет нас. Ну и Маркелов тоже. Разбивается Делпан 1 на 1. У Зевса очень много колсов, но он с АВП. Даня, не гони! Бросай, Даня, бросай эту пушку. Даня, да-да-да. Вот. Оп! Пришлось палиться. Не, фейс не слышал, фейс далеко. Так, 1-1. 1-1. Зевс убегает на Б вообще. Он ушел на... Он идет на пожарку, Зевс. Зевс читает. Зевс читает этого пацана. Он просто крутит, вертит. Сейчас обман. Фейс ничего не знает. Он вообще не знает, где Зевс. Не пошел на пожарку, Зевс. Все, тут никого. Зевс, спускайся вниз. Не, Зевс просто перекрыл все отходы, подходы отступления, наверное, к парню. Фейс уже все прочекал. Да где же Зевс-то? Где же этот Зевс? Зевс в туннелях. Фейс уже идет на пожарку. Так, Фейс идет. Сейчас. А куда он? Он сейчас прочекает за углом. Тут никого не будет. Все, слышал его Зевс. Слышал. Все, побежал. Бомба под плентом. Ребята, извините, не заметил. Бомба под плентом. Вот в чем фишка. Бомба под плентом. Зевс сейчас убьют. Да, он убегает. Дает флеш. И берет раунд. Бомба упала под плент просто. Бомба, вон она под плентом. Да, да, да. Не дали поставить. Вот. Да ежишь! 25-23 СК. Машем и улыбаемся. Собираем сумочки и по домам на электричку. Там по всей Швеции разъезжаться. Нужно, опять же, зима, холодно. Да ежишь! Нави в полуфинале 2-0 они обыгрывают СК. Следующий соперник либо Lions, либо поляки Again. Мы смотрим следующую игру с вами. Опять же, это будет игра, я думаю, все-таки Lions Again мы будем смотреть. Думаю, Mouse Sports нам не интересны. Давайте посмотрим. Да, Fnatic с Anexis'ами сейчас играют. Я не знаю, какая там ситуация. Все, ребят, я настраиваюсь на матч Again Lions, который по расписанию, если честно, через час. Ну, вообще все круто. Да, запись нужно остановить.